Привет, привет, ребята! Сейчас я вам покажу, как мои тоботы трансформируются в роботах. И у меня 16 тоботов. Так, начинаем с тобота Игрика. Игрик вертолет, у него есть такой папер, и ключ вставляется вот сюда. Надо поворачивать, и это все никто не сбудет. Прям берем папер. Так, уберем эту доску. Много опускаем, вот так делается, а потом укис, вот так, поднимаем, и гауки, теперь поворачиваем ноги, теперь должны вот эти штуковины, чтобы появились ноги, а теперь мы должны это поднять, а потом это вот так. Вот так. Потом вот эти штуковины идут вот в эти. Надо будет очень аккуратно смотреть. А потом это сразу вот в эту. Эгрик у нас готов. Сделай тобота Эгрика, ставим сюда. И ключ идет сюда. Так, начинаем с тобота Эгрика. Первым убиваем набор инструментов его. Вот, первый топор, а потом лопатка, вот это. И у лопатки есть секрет. Он поднимается вот так, получается ключ. И он вставляется вот в эту дырку. И так, давай. Так, давай. Что не получится? А вот. Вот так, секрет. О, отлично. А потом убиваем. Это складываем вот так. И прикрепляется вот так. А потом ноги так поворачиваем. Отпускаем носки. И потом надо повернуть руку. А потом достаем вот эту руку его. И потом так же самое с другой. И теперь можно сделать тобота Икса. Надо опустить вот эту штуковину. Так, тобота Икса. И голова, засоединяем ноги. А сейчас я вам покажу класс. Вот этот сейчас прикрепится у него сюда. Вот так бьете. Так. Вот так надо это туда, так туда. И закрепляем сбоку тут. Так, отлично. А теперь X туда. А теперь вставляем обратно лопатку. И вставляем у него. И вот так. Тобот Икс у нас готов. И теперь мы берем тобота Цэ. И у нее секрет. Он может на самом деле трансформироваться без ключа. А теперь открываем двери. Просто там его руки. И потом... Давай вот соединяем сюда вот это. Вот так. Мы появляем его ручки. И убиваем его. Это. Так, давай. На. Я достал у него руку. Тебе надо это сгибать. Так. Первую, так, давай. Потом надо поворачиваться. Так. Вот так. Здесь следующая лука. Убиваем дверь. Так, так, поворачиваем луку. Я достаю его ручку. И ноги. Доступили к ногам.
Так, убьем его багажник. Вот. И его ноги. Вот, сгибаем это. А теперь выпрямляем носки. Так. И сгибаем вот так. Так не пойдет. Так, вот так лучше. Вот сгибаем вот так. Это же самое с этой ногой. И теперь это так. И то же самое с другим. Все вот так. И так. Поворачиваем. Порядки. Теперь. И теперь. Мы должны вот эти вот так сгибать. И эти мы должны вот так. И то же самое с другим. Теперь ТВЦ голова. ТВЦ готов. Стоит. Так, наступаем к Зену. Зен такая машина, у него есть такая атака, называется язык паука, и он так умеет лазить по стенам. А теперь без ключа капот не открывается. Так, это можно еще надевать на руку. Так, сейчас. Садите, надевайте ногу, а теперь снимаем. И это зад ключ. Теперь достаем. Это вот так. Убиваем. Сюда. Так, вставаем вот посередине. Вот этот капот открывается, видите? И там его голова. Все, вот так делаем. Открываем его ручки. Загибаем вот эти. То же самое с другой стороны. Потом вот так. Так, и вот так. И вот так. Так. И так. Так. Издеваем. Соединяем носки. Так. Так. Застряло. Все готово. И теперь вот так. И это надо вверх поднять. Потом это надо вот так. То самое с другой рукой. Теперь можно вот так. Вот так. И сейчас будет голова. Вот за голова. Он становится готов. Кладуан! Тоботел первый. Вот так надо ему. То же самое с другой стороны. И вот это. Вниз. Два носки. Тоботел рука. Так идем, а потом с другой. И вот так. И то же самое с Д. То потом Д. А теперь дубль В. Он называет так, вот так. Открываем крышку. Все вот так. Хватило. Кода на голова. А теперь мы должны прицепить тело к Л капота. Все, готово.
А теперь все у нас получилось. Так. Ссылка идет сюда. А дырка идет сюда. Вот кодон и готов. А теперь наступаем к титану. Икс. Так, поднимается. Отцепляется. Идет сзад. Поворачиваем. Эти штуковины отсыпаем. Вот так. Вот так. Вот так-то лучше. Что делать? А теперь надо вот... Вот так. Вот так. А теперь... Вот это идет так. Вот это достается. И так, рука... Она появилась. Так. О, так, лучше. Вот так-то лучше. Точно лучше. И вот так вот. Класс. Теперь. Сама сделаешь. Я это делал. А потом это тоже самое с такой. Вот это другое дело. Все, руки готовы. Вот это точно другое дело. Теперь наступаем на рыбу. Посоединяем. Вот так делаем. Потом сзади его сзади. У него там багажник. И багажник, и у него ноги. О, класс. А теперь строим зыру головы. Так. Вырезаем. О, это лучше. Вот так. О, и соединяем. Класс. Это что я хотел. Теперь потолка заталкиваем. Так, 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 так. Где тут ключ мой? И теперь это самое главное. Если вы потеряете этот ключ, вы не сможете тут сформировать титана. И этот ключ не сможет прицепить ноги, а руки сможет. Так, вот это другое дело. Тебе. Так, готовы для интеграции? Такс, такс, такс. Икс. Вот так-то лучше. Ой, забыл сказать. И когда Кодуан трансформируется, он всегда посторонитесь, я Кодуан. А Титан тоже что-то говорит, когда трансформируется. Позже скажу. О, а теперь настало время. Когда Титан трансформируется, он говорит. Так, давай, помни все лучше. Забыл гол. Чуть не забыл. Вот так. Вот голова. И когда он становился, он говорит, Титан. Так, все. Посмотрим. Титан сможет стоять. О, может. Так. Теперь приступаем к W мини-масынка. Так. Это его крылья. А, так, а вот. Так, а теперь ноги вниз. Достаем. И Титан.
задние ноги, а теперь передние. И вот эти надо так. Так, ноги помысали. Ничего страшного. Свей! Дубль В у нас готов. Мини-дубль В. Стоит. А теперь наступаем X и Y интеграция мини-титан. Так, первым делом Y. Поднимает. Это вверх. Так. Так, двери открылись. Подвигаю с ноги. Потом вот так. А потом задние носки. И если у них нет задних носок, это опора, чтобы они держались крепче. Просто стоите. Вот если вот так, он упал. А с опорами стоите. Сейчас другое дело. Вот так. Y, а теперь X. Стой. И теперь голова титана, но во всем то это должно быть последним, но нет разницы. Так, давай. И усы вот так распределить. Капот. Ой, не капот, а багажник. Теперь настало два носа и веля. Титан готов. Дело. Давайте наступаем к мини-дубль ТОБД. Теперь открываем капот. Руки в стороны. Опускаем. Давай. Да. О, то другое дело. А теперь у Д тоже есть опоры. Просто передняя нога у него слишком маленькая и слабая. Ему нужна помощь. А потом, видите эту дырку? Вот так. Так, сгибаем. Мини Д готов. И теперь наступаем к силу поезд из серии 4. А это все из серии 1. Один. Так. Эти надо будет. Поворачиваем ногу. Выпрямляем. Опоры ног. Руки. Она сама может стоять. А теперь голова будет самой последней. И то же самое. Как он делает, стой. Итак. Приступаем к голове. Вот так-то лучше. Вот это сила пояс. И у силы пояс здесь один секрет. Сейчас вам его покажу. Он умеет интегрироваться. Вот с этим. Не с этими тобота, а с другими сечты. Не с серии 1, я же вам сказал. Вот так. Так. Поворачивай. Это другое дело. Вот. Настой. И вот это стукон. Вот так. Первое. Теперь второе. А из лучше путь. Смотрите. Потом можно достать воздух. Вот так. Просто сгибаете. Ага, вот, легко. Что тут турит? Все, это интеграция. Забыл что сказать. У Квадлана специальная атака Гаелка. Гаелка. Это его самая мощная атака. А еще у Титана есть... Титан включит щит, эволю. Так, какая еще у него есть? У него есть... А вот... Это вот мини-титана есть Оган Спин.
У Зена есть лазерная сеть. У Ц есть гиперголос. У W есть одна классная вещь. У него есть язык против огня. Вот это самое классное. А у Д затсканировать, и стена превращается в лазерную стену, чтобы никто не смог узнать. А сила поезд умеет летать, еще он должен так бежать, чтобы он, ну, ходил по воздуху. И у него есть еще такой голубой круг, ну, он не как планета Земля, он просто, как по-английски говорится, flat и круглый. Есть один секрет. В этом сундуке я храню мои ключики от тобота. Вот где они у меня, что там есть лего-дракон. И моему братику Джорджику не говорю, что я храню здесь ключи, а то он их забьет и потеряет. Напишите в комментариях, вам понравилось это видео или нет. И еще ставьте лайк.